О метео- и астропрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор – меховая фабрика «Пушной двор». 19 ноября, по данным Гизметео, в Северодвинске ночью ожидается 1 градус мороза, пасмурный и небольшой дождь. Днем столбы термометра поднимется до нуля, пасмурный и небольшой снег. Ветер западный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться и к вечеру составит 773 миллиметра ртутного столба. В среду деловая активность значительно спадет, но это не станет серьезной проблемой, если выбрать выжидательную позицию и действовать только после взвешенного анализа. Не стоит планировать важных дел, подписания контрактов или деловых встреч. Самое лучшее – это взять тайм-аут и расслабиться. А еще лучше отправиться на выставку-продажу меховых изделий «Пушной двор». Она пройдет в Северодвинске с 18 по 23 ноября во Дворце молодежи «Строитель» на Ленина 47. На этом у меня все. Желаю яркого настроения и широких улыбок. До свидания.